того, чтобы изготовить репортаж о концерте гениев математического хардкора группе Dillinger Escape Plan, нам пришлось разработать свой собственный план, который по сложности не уступал хитроумному и дерзкому плану побега из тюрьмы знаменитого гангстера 30-х годов Джона Диллинджера, в честь которого и была названа эта группа. И сейчас вы увидите, что получилось. В связи с тем, что заснять выступление Диллинджеров ни в Москве, ни в Питере у нас не вышло, мы взяли концертный DVD группы Dillinger Escape Plan, вырезали из него самые лучшие и вкусные кусочки, добавили немного интервью с одним из основателей группы Беном Вейманом. Ваша музыка брутальная, тяжелая и агрессивная. Есть ли в ней место для любви? Конечно, абсолютно. Наша музыка полностью основана на эмоциях. Да, она технична и агрессивна, но при этом она очень эмоциональна, ведь мы создаем ее под впечатлением от того, что происходит в нашей жизни. Так что наша музыка во многом именно о любви. Вы являетесь источником вдохновения для огромного количества маткор-коллективов. Как вы к этому относитесь? Вас самих интересуют другие маткор-группы? Да нет, мы вообще не особо паримся над музыкальными жанрами и не пытаемся играть в рамках какого-то определенного стиля. Мы просто всегда хотели играть тяжелую музыку, но при этом отличаться от множества металлических групп, похожих одна на другую, как две капли воды. Мы всегда слушали кучу разной музыки, извлекая что-то для себя, пробовали экспериментировать, привносить в свою музыку какие-то нестандартные ходы. К тому же играть живьем такую музыку очень забавно. А теперь этому придумали название — маткор. Хотя я соглашусь, что сейчас есть некоторые очень крутые группы, играющие в этом стиле. А у вас есть секрет? Да, вот мой секрет. Все, теперь у меня больше нет секретов. И приправили все это собственными впечатлениями от концерта, который был насыщен не в рот невероятными акробатическими этюдами и даже несмотря на откровенно плохой звук, стал настоящим событием в жизни всех любителей хорошей, тяжелой музыки.